«Когда весна придет» – это знаменитая строка из песни кинофильма «Весна на Заречной улице» классики советского кинематографа. Под таким названием пройдет концерт, наполненный любовью и стремлением артистов сделать пятничный вечер незабываемым для сочинских любителей зала органной и камерной музыки. На протяжении полувека знакомит публику с русскими народными песнями и песнями уральских композиторов. Этот раз не будет исключением. Сейчас, в наше время, как никогда, это очень важно, чтобы мы сохраняли свою национальную культуру. Я за хороший джаз, я за хорошую симфоническую, классическую музыку, за орган, но национальную культуру, национальные свои корни и истоки мы должны знать и любить. Всегда артист стремится принести что-то новое в свое выступление. Приезд в наш город вдохновляет Пермякова. В последнее время им выпущено 5 музыкальных альбомов. Гастрольный график расписан и на 2017 год. Много лет, признается артист, отдано уральскому хору. Здесь, в Сочи, настоящим партнером стал оркестр народных инструментов «Русский сувенир». Сотрудничество известнейшего певца, народного артиста России Ивана Пермякова с нашим оркестром «Русский сувенир» продолжается уже несколько лет. У них были совместные выступления и в Зимнем театре, и на открытых городских площадках, и участие в значимых событиях. И вот Иван Пермяков снова здесь, он приехал с подарками. Свои диски народный артист России подарил каждому музыканту «Русского сувенира». С ними Иван Пермяков отправится и в краевую столицу, чтобы с таким же концертом выступить в филармонии имени Григория Пономаренко. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.